Владимир Ружицкий поздравил одного из старейших единороссов Алексея Холодова с 21-й годовщиной со дня основания партии. Коренной люберчанин присоединился к «Единой России» в 2002 году. В прошлом возглавлял Люберецкое отделение Российского союза молодежи и был депутатом городского совета. В настоящее время Люберецкое отделение «Единой России» насчитывает более 3000 членов и около 2000 сторонников. У нас, как вы говорите, да. Больно выдумку хитра. Да.